Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1165, и нужно решить уравнение. И первый пункт. X, деленное на 16, равняется 4759 плюс 1400. 41. Сначала упростим выражение, которое у нас стоит в правой части уравнения, и вычислим, сколько будет 4759 плюс 1441. Давайте выполним это сложение в столбик, чтобы точно не ошибиться. 1 и 9, 10, 0, пишем 1 двумя, 5 и 4, 9, 1 двумя, 10, 0, пишем 1 двумя, 7 и 4, 11, 1 двумя, 12, 2, пишем 1 двумя, 4, 1, 5 и 1 двумя, 6. 6200 мы получили. И теперь, чтобы найти x, а x это неизвестное, делимое нужно частное умножить на делитель. То есть 6200 нужно умножить на 16. Два нуля пока не трогаем, умножаем 62 на 16. 6 на 62, 6 на 2, 12, 2 пишем 1 в уме, 6 на 6, 36, 1 в уме, 37. 1 на 62 умножаем, будет 62, складываем. Сносим 2 нуля сначала, потом сносим двойку. 7 и 2, 9 и 3, 6, 9. То есть x получаем равным 99200. Второй пункт. Y, деленное на 27, равняется 2467 минус 1867. Y, деленное на 27, у нас будет равняться 600. Y неизвестное делимое, и как в первом пункте, мы его находим как частное, умноженное на делитель. 6 на 27 нужно умножить, а потом 2 нуля еще снести. То есть мы нужно сначала 2 нуля снести, а потом умножаем 6 на 7, 42, 2 пишем 4 в уме, 6 на 2, 12 и 4 в уме, 16. И получаем, что y равняется 16200. Решаем третий пункт. 13600 делим на z. Получается 3876 минус 3851. 13600 деленное на z получается равняется 25. Z неизвестный делитель, и чтобы его найти, нужно делимое разделить на частное. Выполним это деление уголком. Начинаем делить числа 136 и берем по 5. 5 на 25 – 125. Вычитаем, получаем 11, 0, сносим. Берем по 4. 4 на 25 будет 100. 110 минус 100 будет 10, и опять 0 сносим. 5 по 4 берем, опять получаем 100. 100 минус 100 – 0. Деление закончили, получили, что z равняется 544. И последний, четвертый пункт. 2865 плюс k умножить на 125. Будет равняться 542875. Начинаем с последнего действия, которое выполняется в левой части уравнения. Тут умножение, поэтому у нас множитель, множитель. 2865 плюс k – это неизвестный множитель. Чтобы его найти, нужно произведение. А произведение – это 542875 разделить на известный множитель на 125.
Выполним это деление. Тоже уголком. И начинаем делить с числа 542. И берем по 4. 4 на 125 это будет 500. 542 минус 500 будет 42. И восьмерку сносим и берем по 3. 3 на 5, 15, 5 пишем 1 в уме. 3 на 2, 6, 1 в уме, 7. 3 на 1, 3. 375. 428 минус 375. 8 минус 5 будет 3. 2 минус 7 не вычесть, у четверки занимаем. 12 минус 7, 5. Тут четверки заняли, только осталось 3 минус 3, 0. Семерку сносим, 537. Теперь делим на 125 и берем опять по 4. Получаем 500. 537 минус 500 будет 37. И пятерку сносим. 375 делим на 125 и по 3 берем снова. Получаем 375. 375 минус 375 – 0. То есть получаем, что 2865 плюс К будет равняться 4343. К – неизвестное слагаемое. Чтобы его найти, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Тогда К у нас получается, давайте вычтем столбиком. 3 минус 5 не вычесть, у четверки занимаем. 13 минус 5, 8. У четверки заняли, тройка осталась. У тройки занимаем. 13 минус 6, 7. А у тройки заняли, двойка осталась. 2 минус 8 не вычесть, у четверки занимаем. 12 минус 8, 4. У четверки заняли, тройка осталась. 3 минус 2, 1. То есть получаем 1478. И выполнили задание 1165. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.